Добрый день. Итак, вы заявляете, что не умеете работать с форумами. Это не беда, тем более, что вы это проделывали уже 5 лет тому назад. Придется кое-что вспомнить. Итак, я вам указал ссылку на 2 сообщества. Общество ревнителей санскрита – это созданная мною группа для общения по разным связанным с санскритом вопросам. Для того, чтобы принять участие в этой группе, нужно иметь аккаунт на Gmail. То есть должна быть заведена почта на Gmail. Я специально вышел, чтобы показать вам. Значит, без этого данный форум будет недоступен. Итак, заводим почту на Gmail, и тогда вместо такого скупого окна мы увидим брюки превращаются. Итак, мы попали внутри сообщества. Все, что нам для этого нужно было, это завести почту на Gmail и залогиниться. Вот мы видим в верхнем окошке, что я внутри аккаунта. Итак, если я буду задавать вопросы еще из-за вас, то это будет не просто монолог. Кроме меня, тогда уже никого больше здесь не будет. То есть моя фотография – это те ветки, которые создавал именно я. Их и так достаточно много. Я вас приглашаю быть вторым и завести диалог. Для этого мы жмем, например, мы находимся внутри общества ранителей санскрита, и жмем New Topic. И я сделал некоторую заготовку. Итак, я пролистал книги Гумбольдта на тему санскрита и составил некий список, с которым я хочу поделиться. То есть здесь пишем заголовок и сам текст сообщения. Господа. Здесь мы можем использовать форматирование. То есть, грубо говоря, Word во всей своей красе. Можно ставить ссылку. Собственно, вот, добавить файл. Можем попробовать даже добавить какой-то файл. Пусть будет такой файл. Фотографии чаще всего добавляю. Фотографии, PDF. Пост. Добавился файл. Фотографию я хотел добавить слишком большую.
Уберем ее. Запустим без фотографии. Итак, тема создана. Сейчас она должна появиться. Она появилась. Итак, нет ничего сложного в том, чтобы в Google группах создавать сообщения. Это сообщество я создал в 2007 году. Здесь порядка 1700 участников. Наверняка кто-нибудь сможет подсказать и ответить на ваш вопрос. Если же русскоязычное сообщество вам не поможет, советую обратиться в БВП. Тут сообщения сдаются на английском языке, но я думаю, что это не настолько большая проблема. Все то же самое, только на английском языке. И я уверен, что вы справитесь. Это гораздо лучше, чем спрашивать по электронной почте кого-нибудь конкретного, потому что здесь достаточно часто люди ищут всевозможные источники. Цитат. Буквально сейчас найду пример. Итак, недавно. Мадхав Дешпанде, автор учебников по санскриту, достаточно известный санскритолог из США, тоже ищет разные книги. Сообщество достаточно большое, известное. Если уже здесь не помогут, то, скорее всего, это дело не поддается правке, нахождению. То есть сообщество БВП – это наиболее авторитетное сообщество индологов. Не наиболее древнее, но наиболее авторитетное. Поэтому давайте начнем с простого. Обратимся к людям. Спасибо за внимание. До свидания.